Все вы уже знаете, зачем мы здесь. Ситуация... Капитан! Смотрите! Уберите оружие. Мы пришли помочь. Вы с вольным племенем? Нет, но мы видели, как вы помогли принцессе Сити взять Акабу. Если вы хотите помочь ей, то мы готовы помочь вам. Покажите карту. Принцессу держат в темнице здесь, на вершине горы. А ваших друзей вон там внизу, на саксонской базе. На рассвете их должны казнить. Ну уж нет, не будет этого. Наши друзья, которые дрались с нами бок о бок, в беде. Так не подведем же их! Пора исчезнуть. Эти машины — лишь прикрытие для трусов. Наши кинжалы остры. Я охочусь. Найдите нам достойно. На нас можно положиться. Как будто... Какова обстановка? Не было. Да, слушаем. Делаем все как положено. Вольному племени нужно больше железа. Обнаружена вражеская цель. Гранатометчики ждут приказа. Дайте нам цель. Вижу несколько врагов. Сошли в пути. Словно пустынный ветер. Не отстаем. За нашу честь. Строительство завершено. Нам нужна работа. Нужны новобранцы? Как говорится, если человек идиот, то это надолго. Готовы слушать? Уже идем. Нефть льет, как кровь из жил. Мейсон ждет приказаний. Пора исчезнуть. Ждем приказов. Ясно. Тут жарче, чем в преисподней. Хотелось бы... Атакуют цели? Пехота готова. Враг на нашей территории. Цели в зоне поражения. В пути. Мельсон в беде. Пошли, живее! Гранатометчики вступают в бой. Ты как не... Готов. Славно пустыми. Детей пока нет. Нас засекли. Производство стабильно. Каков будет наш следующий шаг? Пора выдвигаться. Нас обнаружил себя. Назад. Что на этот раз? Так что, король хочет, чтобы саксонцы убили его племяшку? Да, тогда он назовет их подлыми убийцами. И будет с ними воевать, а дядя сам ему поможет, а? Повезло нам, что мы там не остались. Капитан Мейсон слушает. Мейсон выдвигается. Что ты не было. Ждем приказов. Сюда, народ! Их тут целая толпа прет. Улучшение постройки завершено. Улучшение постройки завершено. Готов. Ладно. Обороняем! Я много приказаний. Ассасин готов убивать. Готов. Солдаты получили помощь. Граната нам летит под обстрелом! Надо выходить! Веди нас! Не вопрос!
противника. Что от нас требуется? В чем дело? У меня свинца хватит на всех! Мне стреляют! Слушаем! Как один! Заходим! Замечены вратовые силы, хожу внутрь! Больные люди готовы слушать! Меня сейчас стреляют! Скорей внутрь! Да, слушай! Вперед! Построим все в лучшем виде! Ко мне стреляют! Твой сынок! Так, все спокойно! Убить этих трусов! Убейся! Больше они на нас не полезут! Выходим! Замочим их! Будем их зубами рвать! Мы под огнем! Новые укрепления готовы! Герой получил повышение! Бежим! Выкуси! Меня сейчас взгреют! Пока придется на своих двоих. Нефтяной насос работает. Строительство завершено. Сгреют. Как пожалуй, лучше убраться отсюда. Пополним боекомплект. Одно из наших сооружений атаковано. Дайте нам цель. В чем дело? Увеличиваем добычу нефти. Гранатометчики ждут приказ. Ждем приказ. Готовы слушать. С глаз долой. Мы и в укрытии. Сердце вон. Перевооружаем бункер. Эльвэшопи Юнадина! Мы справились! Мэйсон в штабе, жду приказа! В штабе, ждем приказа! А где Стеста? Одно из наших сооружений атаковано! Наши кинжалы остры! Я охочусь! Движемся в укрытие! Улучшение постройки завершено. За нашу честь. Улучшение постройки завершено. Алхамдулилля, выходим. Нам нужна работа! Ясно! Найдите нам достойного противника! Да, слушаем! Уже идем! Место как место, не хуже других! Встать в строй! Идет улучшение казарм! Рудник теперь капитан наш! Капитан Мейсон слушает! Пора заняться разведкой! Как будто нас тут и не было! Ждем новых приказаний. Навстречу славе! Хасашин готов убивать. Отдыхать времени нет. Словно пустынный ветер. Найдите нам достойного противника. Перемещаемся в укрытие. Дайте нам цель. Эфенди, нам нужно возвести боевой шатер. Наши братья и сестры непременно присоединятся к нам. Их помощь придется нам очень кстати. Какова наша цель? Их всех ждет смерть! Они стреляют! Солдаты получили опыт. Артиллерия! Теперь можно втереть клин. Дайте нам сидеть на него и спорим. Мы долго этого ждем. Несколько наших ветеранов получили элитный статус. Порежем их вражеская артиллерия! Чагизун! Надо бы посидеть. Ждем новых приказов. Улучшение постройки завершено. Хасашины заметили врага. Кинжалы к бою! Мы еще вернемся. Нас летят снаряды! Нужны машины? Новый плацдарм! Нужны новобранцы? Что-то сломалось? Забрать атакуют! 9 салем! Встать в строй!
Несколько наших ветеранов получили элитный статус. Добровольцы в пути. Мы потеряли отряд пехоты. Да. Нужно увеличивать производство. Там дело. Машина Союза М-29 докладывает о готовности. Направляюсь в укрытие. Бойщики готовы крушить врага. Выходим. Мейсон выдвигается. Каков будет наш следующий шаг? Уже в пути. Противопехотная машина готова и ожидает приказов. Бойщики Союза ждут приказаний. Вижу несколько целей. В чем дело? Размещаю турель для мастерства. Обнаружены вражеские войска. Принято. Одно из наших сооружений атаковано. Приди нам достойного противника. Гранатометчики уже в пути. Улучшение постройки завершено. Либо мы, либо они нас. Вылетим на нас на бали. Победа даже в церкви. Не умри. Берегись. Какова наша? Заходим. Сюда только пешком. Будет сделано. Слушаем. Хорош тут торчать. Обнаружены вражеские войска. Скоро будем на месте. Лучше уж тут переждать. Иду в укрытие. Мочи. Как они? Да! Пора уже показать себя. Они затрепещут, едва увидев. Это мы прихватим. Что на этот раз? Пошли, живее! Обнаружены вражеские войска. Вместе группа врагов. Насос работает в штатном режиме. Сюда, народ! Пошли, живее! Наши кинжалы остры. Готовы идти. Обнаружены вражеские войска. Жри осколки! К нам приближаются враги. Пехота атакована! Уже идем! Обнаружены вражеские войска! Враг захватывает наш нефтяной насос! Вижу противника! Сюда, народ! Уже в пути! Обороняем базе! Они стреляют! Перемещаемся! Захожу внутрь! Хотелось бы знать, каковы наши планы! Нефтяной насос потерян! Чеки ждут приказа! Надо бы посидеть в тени! Ждем новых приказаний! В чем дело? Капитан Мейсон, слушай. Распущаю экзоскелет. Обнаружены вражеские войска. Выходим. Одно из наших сооружений атаковано. Ты! Все атакуют! Обнаружен противник. Мастерская здесь слушает. Солдаты врага. Расширяем возможности. Нужны новобранцы? Бой. Обучаем гранатометчиков. Враг захватывает наш рудник. Улучшение постройки завершено. Нужно больше скелетов. Нужна работа. Дайте нам цель. Я охочусь. Мы потеряли отряд пехоты. Одно из наших сооружений атаковано. Гранатометчики докладывают о прибытии. Какова обстановка? И все сразу. Противник атакует нашу рудник. Пора заняться разведкой. Забираю ресурсы. Обнаружены вражеские войска. Отряд артиллерии. Что мы прибыли? Что вы там не остались навечно? Артиллерия! Сканируем сектор. Хорош тут торчать. Готов к любому заданию. Противник атакует наше укрепление. Что там такое? Улучшение постройки завершено. У нас появился доступ к новым возможностям Союза.
и сердцем. Уже отправляюсь. Засек поиска противника. Хотелось бы знать, каковы наши планы. Обеспечиваю огневую поддержку. Осматриваю внутри. Что нужно Союзу? М-29 выдвигается. Одно из наших сооружений атаковано. Пехота готова. Потащились потихоньку. Нужны машины? Да, слушай. Нефть льет, как кровь из жил. Сооружение потеряно. Тут противник. Сделаем все как положено. Мастерская слушает. Дредноут уже на парсов. Недостаточно ресурсов. Силы Союза. Вступаем в бой с противником. Гранатометчики, вступаем в бой. Пулеметы его не берут. Я вижу врага. Строительство завершено. Вступаем в бой. Бойщики слушают. Оружие к бою готово. Что нужно Союзу? Готов к любому заданию. Обнаружен противник. Готов обучать бойцов. Обнаружены вражеские войска. Никогда бы... Враг захватывает наш рудник. Обучаем гранатометчиков. Что там такое? М-29 слушает. Что нужно Союзу?
Мы потеряли контроль над рудником. Это прибытие! Самсон слушает. Самсон выдвигает. Жду приказаний. Наши кинжал предсказуем. Отряд стрелков готов нести службу. Мы там, где нужны наши клинки. Что такое? Бронебойщики слушают. Готов к любому заданию. М-29 выдвигается. Враг обнаружен, противник. Надо заново оценить. Ассасинов атакуют. Мы ведь кинжалы к бою! Обнаружен противник! Отступаем, сестры! Мы готовы! Заходим! Что на этот раз? Мы под огнем! Ряд огонь! Подмога пришла! А, да твою ж налево! Капитан Мейсон слушает. Уже в пути. Дайте приказ, и мы его исполним. Я под огнем! Хасашин в пути. Враг в зоне видимости. Берегись! Пора сменить... Мы потеряли отряд пехоты. Пора исчезнуть. Мы под огнем! Раздавили как клопов. Мейсон ждет приказаний. Надо выходить. Пора приодеться. Нужны машины? Машины будут как собираться нас здесь. Нас тут и не было. Самсон скоро будет в строю. Каков будет наш следующий шаг? Секторы враги. Что дальше? Этими покончено. Самсон к бою готов и ждет приказаний. На месте. Авианосец готов. Готов к изложенному заданию. Мейсон ждет приказаний. Кое-что в этом мире просто не меняется. Хоть ты тресни. Что-то сломалось? Дредноут уже на подходе. Нужны новобранцы? Обучаем гранатометчиков. Самсон слушает. Авианосец готов. Обнаружена новая цель. Самсон выдвигается. Самсон слушает. В полной боеготовности. Цель принята. С глаз долой и сердце вон.
каков будет наш следующий шаг? Оружие к бою готово. Дредноут слушает. План полета подтвержден. Быстрее молнии! Мейсон ждет приказаний. Координаты получены. Сейчас гляну, что здесь. Мастерская слушает. Самсон скоро будет в строю. Дредноут видит цель. Вижу несколько целей. Приказы. С этими покончено. По нам ведут огонь. Где на... В нас летят снаряды! В дело вступают в ВВС Юсони. Самсон готов сражаться и побеждать. По моей команде. Отправили как клопов. Хотелось бы знать, каковы наши планы. Пора выдвигаться. Хасаш бедун тавкир. Обнаружен противник. Дайте нам цель. Отдыхать времени нет. Хасашин, солдаты получили помощь. Я их остановил. Вражеские войска уничтожены. Каков будет наш следующий шаг? Принято. На меня напали! Дайте нам цель. Побочная задача выполнена. Гляньте, как-то воротился. Виноватых будем искать потом. Надо освободить принцессу. Ее держат во дворце на вершине горы. Всем приготовиться. Бой будет тяжелым. Как будто нас тут и не было. Обнаружен противник! Из сердца вон. Гоняя войска от нашей базы и обратно, мы потеряем кучу времени. Ага. К счастью, Самсонцы оставили тут идеальное место для новой базы. Отлично! Организуем базу здесь и готовимся штурмовать гору. Враг. Готово. По нам ведут огонь. Работа. Солдаты получили опыт. Машина союза потеряна.
Обнаружена цель. Машина совета потеряна. Солдаты получили опыт. Я здесь, чтобы все это закончить. Ноги быстрее, Нидо. Отряд. Одиночный отряд. Пулеметчики Союза готовы выполнять боевую задачу.
Жду приказаний. Починись. Быстрее! Да, слушаем. Сикорский, слушай. Герой получил повышение. Отряд добровольцев уже... Так много вас нет. Я покажу, чего стою. Меня стреляют. Сейчас все отремонтируем. Мы готовы. Ждем приказа. Хотелось бы знать, каковы наши... Машина Союза потеряна. Обнаружены вражеские войска. Пора заняться разведкой. Живо, на полусотку! Да? Вперед! Да, слушай, я знаю, что с тобой делать. Видимо, того врага. На меня налетели! Мы внутри! Мейсон ждет приказаний. У нас тут много врагов. Что там еще? Здесь противник! Наши планы. Стрелки слушают. Кто-то в меня только что выстрелил. Тихий шаг. Машина Союза потеряна. Критическое повреждение. Герой выведен из строя. Бой! Выдвигается. Наш штаб атакован. Готовы? Легкие пулеметы. Вперед! На сцене появляется капитан Мэш. Герой получил повышение. Уже в пути. Стрелки, как заходят! По мне стреляют! Пулеметный расчет ждет приказа! Может, это мой последний бой! Штаб атакован! Скоро мне конец! Мейсон, слушай! Приказы? Быстрее, молнии! Мне конец! Принято! Клянусь, слушай! Наш штаб атакован! Ждет приказаний! А, дьявол! Вон там, тюрьма! Мы идем спасать тебя, принцесса! Будет как готово к пылевым испытаниям! Слушай! Идем на позицию! Артиллерия! Нас атакуют! Наш штаб атакован! Авианосец готов! Снаряды! Цель принята!
Готовы обучать бойцов. Обучаем инженеров. Мы в укрытии. Приехали! Направляемся туда. Инженеры готовы окапываться. Приказы. Наш штаб атакован. Стрелки слушают. Бой! Артиллерия! Несколько наших ветеранов получили элитный статус. Тут нужен калибр побольше! Пешком. Надо выходить. Готова к пылевым испытаниям. Мы готовы. Шевелитесь. Чем больше пуль, тем лучше. Бронебой, ну, это тоже может пригодиться. Авианосец готов. Брунгильда работает как часы. Каков будет наш следующий шаг? Осматриваю местность. Пулеметчики Союза готовы выполнять боевую задачу. Налоги, потраченные. Вижу противника! Надо выходить! Докладываю, Мейсон, вижу противника! Ждем новых указаний! Лучше быстрее все починить! Фрида на месте! Это Мейсон, я в беде! Двигатели работают отлично! Самсон слушает! Самсон выдвигается! Мне нужен план! Быстрее молнии! По мне хотелось бы знать, каковы наши планы. Этакс, прием! Замечены враги! Развертываюсь! Нужны машины! А нас напали враги! Новый плацдарм! Дирижабль Ревир заказан! Пулеметчики, отступаем! Что там на них хорошо? Вижу противника! Это Мейсон! Здесь костюм ложиться не будем. Отдуваем! Успокаивайте лошадей! Стопанали! Кавалерия, в бой! Да? Враг в поле зрения. Одному из нас! Я погибну! Кто погибнет? Герой выведен из строя! Слушай, давайте нам...
Принцесса ждет приказ. Скоро буду на месте. Готовы служить Полании. Бросайте взрывчатку! Они здесь баклуши бить не намерены! Держимся вместе! Какова остановка? По нам стреляют! Мейсон ждет приказа. Целюсь! Мы должны вытащить ее оттуда! Сита, слава богу, ты в порядке! Взять его! Клянусь, я ничего не знал о сделке отца с твоим дядей. Вы все лжецы, белые люди. А я ему верю. Вы же сами говорили, людей судят по поступкам. Он ослушался родного отца и вернулся, рискуя жизнью. Это о чем-то договорит. Пыль на западе клубится! Машины идут! Заслужи мое доверие! Защити мой город! Получена новая основная задача. Самсон! Самсон выдвигается! Я на связи! Надина! Атакую цели! Нам сложно будет разрываться между базой и городом. Да бог с ней, с базой. Построим здесь новую. Пулеметчики готовы ко всему. Какой будет приказ? Пулеметчики слушают. Занимаю позицию в укрытии. Они приближаются. Орудийные системы к бою. Занять оборону! Скоро будем на месте! Уже идем! Обнаружены вражеские войска! Делаем как надо! Готово к полевым испытаниям! Я с ними покончу! Слушай внимательно! Выдвигаюсь! Дай мне задание. Отправляюсь. Ревер готов. Дай мне задание. Обнаружены вражеские войска. Я покажу им, как... Новые укрепления готовы. Конница! Обнаружены вражеские войска. Пушки! Наш штаб атакован. Обнаружены вражеские войска. Только скажите. Укроемся-ка. Обнаружены вражеские войска. Пожалуйста, пулеметчики, как новенький. Сканируем сектор. Готовы служить. Вперед! Укрытие вон там. Сейчас все отремонтируем. Наш штаб атакован. Мы нужны сию минуту. Салам. Кому перерезать? Готовы служить, Палани. Мы потеряли наш штаб. Вперед! Шинга. Обнаружен противник. Как будто нас тут и не... Вадигуна! Обнаружены вражеские войска! Любой ценой. Нам нужна работа! Брунгильда работает как часы. Улучшение постройки завершено. Мы с Брунгильдой... Обнаружены вражеские войска! Этот рудник наш! Что там такое? Мы идем! Мы храбрые, но не безумные. Готовы слушать. Есть работа? Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска.
Само ничего не строится. Наши кинжалы остры. Да, слушаем. Где наша жертва? Принчай! Они наступают! Поприветствуем их по-американски! Нефть... Обнаружен противник! Не отстаем! Словно пустыня. Лучше, чем преисподней! Обнаружены вражеские войска! Обнаружены вражеские войска! Бункер слушает! Меняем. Потеряли отряд пехоты! Обнаружены вражеские войска! Бункер слушает! Обнаружен противник. Обнаружены вражеские войска. Все завершено. Обнаружены вражеские войска. Защищаем бункер. Кавалеристы к бою готовы. Как прикажете? Мейсон ждет приказаний. Обнаружены вражеские войска. Надо выходить. Обнаружен противник. Нужен. Прямо туда. Я слушаю. Разве... Меня обстреливают! Обнаружены вражеские войска. Слушает. Нужно уходить! Улучшение постройки завершено. Обнаружены вражеские войска. Готово обучать бойцов. Спецназ слушает. Обнаружены вражеские войска. Машины будут собираться здесь. Деревья. Меня засекли! Мы не можем поддерживать больше войск Союза. Обнаружены вражеские войска. Герой получил повышение. Обнаружены вражеские. Слушай внимательно. Привержение. Не надо тут тыкать никуда. Постараюсь без... Противник в моей зоне. Расширяем возможности мастерской. Как приказа. Обнаружены вражеские войска. Сделаем все как положено. Ревер готов. Обнаружены вражеские войска. Моих ракет хватит на всех. Слушай. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Отправляюсь. Артиллерия готова. Обнаружены вражеские войска. Приказание. Пулеметчик. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Заходим. Строительство завершено. Стабилизируй орудийную платформу. Обнаружены вражеские войска. Развертываюсь. Обнаружен противник. Улучшение постройки завершено. У нас появился доступ к новым возможностям Союза. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Скоро буду на месте. Обнаружены вражеские войска. Дай мне задание. Готов. Слушай внимательно. Выдвигаемся. Обнаружены... Все, с этими покончено. Другие придут. Это как пить дать. Нужны новобранцы? Идет улучшение казарм. Обнаружены вражеские войска. Обнаружен противник. На меня напали. Обнаружены вражеские войска. Наша мастерская атакована. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Связки. Я знаю, что с тобой делать. Улучшение постройки завершено. У нас появился доступ к новым возможностям. Наша мастерская атакована. Машина Союза потеряна. Что-то сломалось? Солдаты получили опыт. Солдаты
он еще неприятель! Этого недостаточно! Наша мастерская атакована! Вражеская артиллерия! Мы потеряли отряд пехоты! Заходите! Мастерская слушает! Новый плацдарм! Мы потеряли мастерскую! Обнаружены вражеские войска! Кто-то подходит! Обнаружены вражеские войска! На наши казармы напали! Будут пойти ва-банк. Готовьтесь к последней атаке! Одиночная цель. Обнаружены вражеские войска. Держись, Брунгильда! Уже идем. Нужны машины? Дредноут уже на подходе. Герой получил повышение. Я мне нужен план. Слушает. Кто-то в меня только что вы. Обнаружены вражеские войска. Герой выведен из строя. Обнаружены вражеские войска! Обнаружен противник! Угроза! Обнаружены вражеские войска!
я буду под защитой. Ассасин готов. Обнаружены вражеские войска. Любой ценой. Обнаружены вражеские войска. И слушай. Потеряли отряд пехоты. Вступаем в бой. Конница вперед. Что-то сломалось. Машины будут собираться здесь. Они стреляют. Обнаружены вражеские войска. Солдаты получили опыт. Обнаружены вражеские войска. Служит. Новая точка сбора. Снаряжаем инженера. Обнаружены вражеские войска. Обнаружены вражеские войска. Конница здесь. Обнаружены вражеские войска. Солдаты получили опыт. Этот совсем один. Готов защищать вас. Обнаружены вражеские войска! Противник атакует наше укрепление! Обнаружены вражеские войска! Чем могу помочь? Смирно! Артиллерия! Рассредоточиться! Убегать некуда! Враг в поле зрения! Артиллерийский залп! Назад! Ждем новых указаний. Да, слушаем. Обнаружены вражеские войска. Вперед! Обнаружен противник. Очищена легкая добыча. Айзенфауст. Противник атакует наше укрепление. И резать глотку, чтобы выиграть это. Пожалуйста, как новенький. Обнаружены вражеские войска. Оборонительное сооружение потеряно. Обнаружены вражеские войска. Они пришли за мной. Мы с Брунгильдой уже идем. Обнаружены вражеские войска. Иди укрепи. Мы потеряли отряд пехоты. И да, еще никто не умирал. Они стреляют. Мои вражеские основания. Готовы, слушай. Ревер готов. Поставим вражеские. Обнаружены вражеские войска. Салам. Вон я сейчас искреем, пиромолись. Берегись. Где один, там может быть и больше. Мне нужен план. Спешим на помощь. Обнаружены вражеские войска. Слушай внимательно. Отправляюсь. Брунгильда работает как часы. Сотня герои выведены из строя. Цель в моем секторе. Солдаты получили опыт. Максимальная мощь. Герой получил повышение. Вижу сразу несколько целей. Мы победили! И впереди нас ждут новые победы. Но эта война кончится еще не скоро. Займитесь ранеными. Потом соберите все, что можно унести, и уходим. Зачем ты вернулся? Свобода. Правосудие.
Это не просто красивые слова. Я дал присягу защищать Америку от внешних и внутренних врагов. Но здесь врагов Америки нет. Тебя же бросят за решетку или казнят. Мне нужно возвращаться. Когда именно прибудут машины Теслы? Скоро, надо полагать. Кто-кто, он умеет творить чудеса. Хорошо. Пока мы воюем с Саксонией, я хочу заняться образованием своего народа. Мы не можем стать вровень с Европой, только лишь воюя. Это верно. Мы можем набрать рабочих для Теслы среди бедуинов. Они многому научатся и вернутся домой. Как думаете, у нас получится? Битва предстоит долгая, но да. Страхом нельзя держать людей в узде вечно. А что будет с Уиллом? Повесят за измену, скорее всего. Или выберут президентом. А? Американцы души не чают в своих героях. Просто иногда до них не сразу доходит, кто их настоящий герой. Срочно в номер. Шокирующий репортаж о военной операции Союза за океаном без ведома Конгресса и президента. Выяснилось, что за этим преступлением стоят адмирал Мейсон и другие влиятельные лица страны. Подтверждением служат фотографии, телеграммы и данные под присягой показания капитана Уильяма Мейсона, сына адмирала. Наш корреспондент Рэндольф Уэллс был очевидцем всех этих событий. Рэндольф, вам слово. Капитан Мейсон разоблачил сговор высших чинов армии и дельцов, которые пытались перекроить карту мира в угоду своим прибылям за государственный счет и ценой жизни наших солдат. Вся нация в шоке. В ближайшем времени президент выступит с обращением к народу и представит новую международную политику Союза. Thank you.